Генплан Барнаула готовы вынести на обсуждение жителей краевой столицы. Такое решение приняла рабочая группа на заседании в мэрии. В рамках встречи было отмечено, что впервые генплан обсуждали широко, привлекая всех заинтересованных. Два года очень серьезной аналитической работы, которые были привлечены не один десяток специалистов, экспертов в разных областях, представителей разных уровней власти. Конечно, это документ консенсуса, то есть согласия. Здесь очень важно найти баланс интересов. Вице-мэр поблагодарил участников рабочей группы, созданной по поручению губернатора, за продуктивную работу, результатом которой и стал генплан города. Масштабная застройка территории Барнаула, пожалуй, основа документа. Строительство планируется на правом берегу Оби, конечно, с учетом особенностей местности. Разработчики проекта генплана предусмотрели и развитие исторической части города, а также территории индустриального района Барнаула. Территории на пересечении улицы Просторная и тракта Павловского, земельных участков, находящихся в пользовании дома РФ, или так называемого северо-западного планировочного района. Под индивидуальную жилую застройку в генплане предлагается территория в селе Власиха, а вот микрорайон «Поток» выбран для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки. Развитие каждой из указанных территорий возможно только при комплексном подходе с обеспечением социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, создание общественно-деловых и рекреационных зон. Указанные территории позволят в дальнейшем, по сути, решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства, в том числе жилищного, повысить инвестиционную привлекательность города Барнаула. В генплане Барнаула от предыдущей версии сохранилось развитие территории Обского бульвара. Особое внимание уделили в документе городской транспортной сети. К примеру, к основным работам отнесли строительство северного обхода, прохода под железной дорогой в створе улицы Георгия Исакова, создание объездной дороги от пересечения улицы Попова с проспектом Энергетиков по проспекту Деловому. Обсуждение экспертов завершилось. Теперь основной документ развития краевой столицы до 2040 года планируется вынести на общественное слушание уже 6 ноября. Материалы будут представлены как в рамках электронного формата, так и, естественно, в рамках экспозиции по местам проживания людей. Традиционно, скажем так, уже места эти определены, и каждый желающий сможет с этими предложениями разработчика ознакомиться. Разработчики обещали учесть пожелания горожан, ведь в генплан по-прежнему можно вносить корректировки. Напомним, что стартует общественное обсуждение 6 ноября и продлится до 26. Татьяна Голубева, «День с толком».